Ну кто так делает, а? Прикрывай, защищайся. Да, так ему так, а ты слева заходи. Ну, а вот это уже не по правилам. Ну все, Добрыня, с меня хватит. Опять всю ночь играл. Ты же взрослый богатырь. Долго ты без дела маяться думаешь? Так ведь нет нужды утруждаться, Настасьюшка. Врагов мы всех как есть одолели. Можно и покою отведать. Ишь ты, покою, а ну! Вот, давай-ка на рынок за продуктами сходи. Настасья, меня ж товарищи засмеют. Богатырь и за картошкой. Ах, вот оно что. Давай. Ну, конечно. Он герой, а я так, прислуга. Раз, два, три. Ну, как знаешь. Не умеешь жену ценить? Живи один. Да скажу я, скажу. Эх. Свежие? Утром изловил. Ну, Алена. Добрыня. Илья. Пошли, пошли, посмотрим. Добрыня, а я это... Башмачнику бегу. Любава попросила. Ой, да Мишка. Каблуки подбить. И те уже богатыри. Сдавать стали. Пропала силушка богатырская. Не тренируется, видать. Ты даже не представляешь, в каком бедственном положении оказалась сегодня культура. Вот взять хотя бы мою библиотеку. Запустение, пыль, дышать нечем. Слушай, может, у тебя есть знакомая уборщица? Ну, чё молчим? Брать что-нибудь будем? Почему у нас верхние полки? Занимательная зоология. Тебе 18-то есть? Мы что ли? Не будем мы с вами драться. Эх, Горыныч, мы же к тебе на проверку пришли. Слабеем мы из-за них. Понимаешь? А скоро и вовсе пропадем. С каблуками этими. Ну да, быт засасывает. А вы как думали? Да кто ты, оно? Раньше, помню, побеждал я тебя с трех ударов. А теперь чую, что и пяти будет маловато. Так а вы друг с дружкой того. Вам же только проверить. Эх, ну как ты не понимаешь, Горыныч? Не можем мы друг с дружкой биться. Да он просто помочь не хочет. Почему не хочу? Вот, угощайтесь. Морковка для загара полезна. В Китае дракон живет. Наш дальний родственник. Огромный, в 5 раз больше нас. И если его зубом завладеть, то... То что? То сил у вас втрое прибавится. Угу. Брешешь. Да ты что, Алеша? Чистая правда. Зуб даю. Китай. Это ж на краю света. А служба? Да ладно, братцы. Чего нам? За неделю обернемся.
В командировку? Носки шерстяные класть? Надолго? Опомниться не успеешь. Ну, я пошел. Счастливо. Мусор захвати. Тебе какой? С синим камушком или с красной штучкой? Ну и ладно. Да, не сходится бюджет. Не сходится. Вот что, их нужно просто отменить. Да как же это возможно, князь батюшка? Да вот так. Подумаешь, денег нет. Отменим их, да и все. Заживем весело и свободно. Все, пиши указ. Нет, княже, так нельзя. Деньги нужны и все-таки. Да зачем? Одни только одни неприятности. Ну, не всегда. Хорошо же, когда у тебя в кармане что-то звенит. Да. Тьфу, заколдованный круг какой-то. Кыш! А что, если через сельское хозяйство действовать? Оно большие деньги дать может. Там же просто все. Посадила, оно у себя растет само. А? Уверен? Никаких сложностей? Удобрения еще нужны. Но у нас в стране этого полно. Ну что ж, звучит разумно. Продолжай. А вот, сажал я горох, а у меня вон что выросло. Ха. Самосейка, что ли? Выходит, что так. Не понял. И что хорошего? А что плохого? Прошлый раз греч сажали, так огурцы поперли. Здоровенные такие. Огурцы – это хорошо. А ну-ка, греча понадобится. Что делать будем? Так огурцы посадим. Греча будет. Во! Верно. А фруктовая линия? Деликатесы всякие? А вот. Банан отечественный. Удалось получить. Вкусный какой. Князь, нужно срочно переговорить. С глазу на глаз. Юрий, у нас и так бюджет не сходится. Вот, теперь сойдется. Еще уборщицу мне возьмем и секретаршу. Как найти сокровище морского царя? Богатырей во дворец! Немедленно! Зачем? Тут дело деликатное. Мы и без богатырей прекрасно справимся. Сами. Вот же. Здесь все подробно написано. И потом, чем меньше народу знает, где лежат наши деньги, тем больше их останется. Мы же доверяем друг другу. Это что ж, получается самоволка? Так в молодости. Да будет вам. Вы ж туда-сюда, князь даже и не хватится. Без единого гвоздя. В смысле, по современным технологиям. Я имею в виду, не наши, иностранцы, конечно. Иностранные специалисты строили. Учкудук, три колодца. У них там гигантский опыт в кораблестроении. Да? А где команда? Отдыхает перед походом, князь-батюшка. Хватит отдыхать. Пора отъезжать. В смысле, отплывать, отходить, то есть. Свистать всех наверх. А
команда? Да что ты, княже? Лучшие из лучших! Речные котики! Морские мурзики! Ихтиандры! Это ж они Америку открыли! Да? Зря они это сделали. Ошиблись, горячие головы. Вот это я понимаю. А то каблуки, картошка. Братцы, ну где вы там? Идем, идем. Добро бы еще 10 мешков попросила притащить. Или 20. Так ведь рынок рядом. Зачем нам столько? Я говорю, зачем нам 20 мешков картошки? Эй, Алеша, ты чего там застрял? Да я тренируюсь. Все уже, пошли. Сейчас, братцы, иду. Красиво. Это же сейчас сколько раз? Вверх-вниз? До Китая этого. Пошли, пошли. Спешить надо. Чего это? Невеселый какой-то. Неприятности на семейном фронте. А, вот оно что. А я слышал, он про картошку что-то. Что за ерунда, думаю? Мешки какие-то. Не горюй, Добрыня. Уж до чего мы с Любавой дружно живем? А и то было дело. Целых 2 минуты. Не разговаривали. Да, не веришь? Она молчит, и я молчу. Я не гугу, и она ни слова. А потом я взял и помирился. Хм. А как? Да просто. Выбил этот ковер, и все. Делов-то. Смешно. Женщины. Не грусти, Добрыня, но с коврами лучше не затягивать. Князь, батюшка, так мы ж теперь комбайнов купим, семян всяких. Как же тебе удалось место такое определить? Это все твоя книга, да? Это Антипка «Чутье государственное». Точно, точно. О, а книга что? Так, для вдохновения. Мама! Антип, не хватай меня холодными руками. Говорил тебе, вылезай из моря, замерзнешь. Скажи ему, что ты невкусный. Сейчас еще кого-нибудь. Эй, люди! Князь, батюшка, нужно быстрее отсюда. Это ведь царь морской чудище послал. Царь морской? Ну, конечно, в наказание нам. Ай, ну вот что за люди, а? Ты у него такую вот малюсенькую возьмешь, а он у тебя за это в отместку самое дорогое тяпает. Ты думай, что говоришь. По-твоему, самый дорогой у нас это Юлий? Да что ты, князь, батюшка, конечно ты. Вот. Но ты прав, Юлий мне тоже очень дорог. Нужно выручать Юлия. Эй, ты! Отдавай Юлия обратно! Вот, подавись! Не отдает. Я сделал все, что мог. Пусти,
чудовище! Это безобразие! Это кто такие вообще? Невесты, ваше величество. Невесты? А почему от них от всех пахнет тиной? Полностью с вами согласен. Но их можно полить лимонным соком. Лимонным соком? Кто этот приятный иностранец, Брунгильда? Когда ваша мать была жива, я принесла ей клятву, и долг повелевает мне... Хватит, хватит! Каждый раз одно и то же. О, какая женщина! Они все время подсовывают мне одно и то же. А время идет, бежит время. Да, да, да. Мы, увы, не младеем. Вот именно. Они никак этого понять не могут. Почему не можем? Можем. Как я вам сочувствую. Еще невесту. Уж который год. Цезарь. Юлий Цезарь. Я прослушаю. Кто это? Вор, похититель царских сокровищ. Признаю, я заплыл за буйки, но не стоит торопиться с выводами. Ну-ка, брысь отсюда. Вон, я сказал! Давай следующую порцию невест. А больше нету? Как нету? А мне, брысь или вон? Брунгильда, вырвать ему язык. Как вам угодно. Что сразу язык? Чуть что сразу язык? Я же ничего такого не сказал. Я вообще, можно сказать, молчал. Обождите, леди. У меня деловое предложение. Леди? Я не леди. Я это имел в виду. Между прочим, я ваш последний шанс жениться. Погоди, Брунгильда. Я поклялась вашей матери. Да все, все. Что там про последний шанс? Я и говорю, совершенно очевидно, что с невестами у вас дефицит. А вот у нас в Киеве их пруд-пруди. Выбирай, не хочу. Пруд-пруди? Долг повелевает мне. Тихо! Смотрите, очень простой план. Вы меня отпускаете, а я вам привожу невесту из Киева. А? Киев, 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 Киев. А тиной? Они не пахнут тиной? Да что вы! Только чистейший утренний аромат. Жасмин, сирень, герань. Ага. Душистый букет. Ну как, по рукам? Так, этого в каменоломню. А с Киевом я сейчас разберусь. Я не могу в каменоломню. Мне в библиотеку нужно. У нас сегодня презентация новой книжки и автограф-сессия с писателем. Киев. Да, сейчас доставим сюда этот Киев. Может, хотите прийти? Могу билетик вам... Эй! Вы что задумали? Не ценишь жену, живи один. Ну вот, готова засада. Хорошо бы водички попить. Воды? Да вон, у них попросим. Стойте! Стойте! Ну, Алешка... Больше не можем, а то самим не хватит. Да, мы будем в Китае только через 3 года и 8 месяцев. Так вот же он, Китай.
Вход в Китай с другой стороны, добрый человек. До него 6488 верст. Да ладно. Хотите, вы там через 5 минут будете? О, больной зуб. Давайте вырву. Нет, нет, не надо. Ну, как хотите. Сейчас, погодите. Никуда не уходите, братцы. Я воду нашел. Вот. Только давайте этих бедолаг в Китай запустим. А то им еще почти 4 года до входа брести. Эх, Алеша, ты, видать, забыл, что у нас силы-то уже тю-тю. И правда забыл. Ох, опозорился я. Делать нечего. Обещал так обещал. Давайте попробуем, что ли. Ну, где вы там? Поднять-то подняли, а назад криво поставили. Да, уходит сила, уходит. Но ничего, сегодня мы это дело поправим окончательно. А он точно прилетит? Горыныч говорил, что он каждую ночь здесь бывает. Стену охраняет. Так что ждем. Антип, я тут подумал. Прав ты. Нужно в Киев идти. Срочно. Пока морской царь за мной не вернулся. Огласи команде мой приказ. Князь, батюшка, не могу. Там такое. Что такое? Команда бунт замыслила. Золото отнять, а нас с тобой за борт. Ах, злодеи! Сейчас я... Нет, погоди. Нельзя так, князь, батюшка. Погубишь себя. По-другому нужно. Как? Как? Да нет же. Тут хитростью надо. Прежняя жизнь прошла, новая пришла. Вы теперь пираты, а я ваш капитан. Сейчас будем делить золото. По пиратскому кодексу команде полагается 30 долей. 10. У нас особый случай. Вы считать умеете? Захватим один корабль, будет у вас 10 долей. Захватим другой, уже 20. А если четвертый захватим? 40. Ну вот. А вот, кстати, и корабль. Кого ждем, якорь вам в печенку? Поставить Марселя. Бизань! Как там дальше? Бизангик, князь батюшка. Бизангик, на правую, живо! Нельзя Бизань сейчас ставить. Ветер поднимается. Не равен час, опрокинуть может. Кто из нас капитан? Ты или я? Конечно, ты, княже. Ну так и ставьте тогда. Ишь ты, ветер. Какой ветер? Где ветер? Тишь да гладь. Божья благодать. Эх, позагорать бы сейчас. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь, стоит туч. Ты... Я дальше не помню. Сказал Бизань поставить. Вот он. Эй, на кичку же, Сарынь! В смысле, Сарынь, на кичку! Эй! Поплыли, княже. Куда? Домой. Готовы? Ну, с Богом. Огромный какой! Больше Горыныча раз в 5. И сильный. С Горынычем
вообще не сравнить. Погодите, не отпускайте только. Проверить надо. Ну что? Вообще, мне сила теперь прям даже из ушей лезет. Действует, действует зуб. Добрыня, Илья. Горыныч? Перепутали, ошиблись. Да, но действует же. Да что действует? Что действует? Вы только о себе думаете. А там Киев сгинул. Как сгинул? А так, что мы, зря сюда прилетел, что ли? А вы вон от чего. Да. Ну ладно, Горыныч, будет дуться. Не томи душу, Горыныч, рассказывай быстрее, что там с Киевом? Не будем вам ничего рассказывать. Да ладно тебе, утонул Киев. Брешешь. Не брешу. Пришла волна выше колокольни. Едва взлететь успел. Братцы, а как же наши жены? Представляете? Стала суп варить для Алёшки. А вода под водой так закипает плохо. Прямо измучилась вся. А у меня белье почти не сохнет. И в подвале раки завелись. Да это-то ладно. А как с этим быть? Илья не любит резких перемен. В прошлый раз подстриглась коротко. Ворчал целый вечер. Так, не реветь. И без того сырость кругом. Все, пошли. Кто у них тут главный? Будем разбираться. Кто так шьет? Здесь строчку нужно было пустить, а здесь подтянуть немного. А живот? Чего он торчит, как барабан? Что, у меня разве такой живот? Что вы, ваше величество? Вы просто обворожительны. Дайте нормальную шляпу. Где будем талию делать? Мы оставили ее на старом месте между бедром и грудью. Ваше величество, к вам там из Киева. Из Киева? Уже? Кто вам? Невесты, конечно. Три. Симпатичные. Невесты? Три? Зачем мне три? Быстрее! Что вы стоите? Изо всех вас я совершенно не готов к встрече! Я принесла клятву вашей матери. Пусть запишутся на прием в конце месяца. Следующего. Но они уже здесь. Я даже зубы не почистил. Здоров будь, владыка морской. О, нет-нет, что вы, я так, я Гораций, секретарь. А где же сам государь? Ну, он где-то здесь. Ходит. Подождать надо. Ой, девоньки, грязь-то какая. Вот у меня Алёша не в шесть портянки по горнице не раскидает. А это доказывает что? Что царь этот Киев и затопил. Своё царство засорил. Теперь ему новое подавай. Мы этого так не оставим. Неряхам не место у власти. Пусть все знают. Ну чего раскудахтались? Одинокий, видать, царь этот. Холостой. В один миг поняла всю мою душу. Ну-ка, девоньки, за работу. Мерзавцы! Сами кораблем толком управлять не умеют, а лезут. Тоже мне пираты. Эх, хорошо, хоть колбаски с собой положили. Княже,
Чё-то мы не туда куда-то. Все холоднее и холоднее становится. А, земля! Вижу землю! Давай, поворачивай! Смотри, смотри! Это же птицы! Какие большие! Огромные просто! Мы их приручим и на них в Киев улетим. Это пингвины, княже. Они не летают. Что значит не летают? Раз птицы должны летать. У меня полетят. Еще как полетят. Ну-ка, что там у нас осталось? Колбаса какая или там сухари? Тащи сюда, быстро! Ну, вроде почти все сделали. Белье только осталось. Ах, какая женщина. Вам не стыдно? Это же сам царь. Сам царь? А и очень хорошо. Он-то нам и нужен. Значит так, мы в твоей стране порядок навели. Живи, пользуйся. А Киев, будь любезен, на место верни. И ноги нам тоже на место. Вот так как-то. Причем наши, а не абы какие. Мои, например, были белые, стройные, 36 размер. Нет, 35. И срок у тебя до первых петухов. Я понятно объясняю? Пошли, девоньки. Женюсь. Меня, который, на котором держалось все государство. Политика, промышленность, финансы. Культура, наконец! Культура вся на мне была. Вся. Искусство тоже. Варвары! Эй, ты! В медные рудники пойдешь! Отлынивать вздумал! Что вы! Я обожаю тяжелую физическую работу! Мышцы, знаете ли, в тонусе держат! Мозги проветривает! Кому есть что проветривать? Ну все! Тебе конец! На берег выброшу! На берег? Да! Кожа негодяев на берегу лопается, глаза пересыхают, а жабры превращаются в камень. Ой, как мне это подходит! Вы меня отнесете или самому идти? Ах ты! Подождите, подождите! Смотрите, кто к нам пришел. А ведь я с ней знаком. В ней что-то есть, верно? А у вас тут красиво. Как мило, правда? А куда мы плывем? А? Долг или любовь? Вот в чем вопрос. Ответь же. Не отвечает. Так а в чем там дело? Может, я могу помочь? Никогда не отвечает. Как жаль, что не отвечает. Вот здесь вот Киев был.
Ну что, пошли? Пошли. Подожди, Алеша. Я что хотел сказать? Отважней вас не видал я на свете богатырей. А мне за радость было ратным подвигом счет вести на троих, да горбушкой хлеба с вами за обедом делиться. А я, братцы, Люба влюблю. Она мне даже рта не дала раскрыть. Я-то тут при чем? Они же не все такие. Там нормальных невест полно. Не хочу нормальных. Мне это понравилось. Я ее с первого взгляда и... до конца дней. Она... А чем она вас? Ну, ранила, так сказать. Тряпкой. Тряпкой! Тише ты! Тряпкой мокрой. Я все слышу. Да подожди ты! Что делать-то? Да вы что? Ничего делать не надо! Это же просто замечательно! Прекрасно! Это знак! Какой знак? У нас в Киеве так принято. Невеста выражает свою заинтересованность в браке тряпкой по морде. В вашем случае по лицу. Да? Да! Ваше Величество. Подожди! А те другие? Одна даже плевалась. А, это подружки невесты. Они не считаются. Врет он, Ваше Величество. Все считается. А тряпка особенно. Это ваш эксперт. Ха-ха-ха. Не смешите мои подковы. Что рыба может знать о любви? А что лошадь? Я попрошу. Я конь. Я поклялась. Вы мешаете мне думать. Я могу ошибиться и принять неверное решение. Вы этого хотите? Нет, конечно. Ну, мне кажется, что после оказанных мной услуг я вполне благополучно могу вернуться на... Да-да-да, в каменоломню его. Живы? Живы. Живы-живы. Ну... Ух ты, какое солнце зеленое! Вот тебе и дно морское. Все как на земле. Глядите, Киев! Ничего себе! Братцы, кони! Ты думаешь, странные какие-то? Да кони, кони! Морские только! Выберем посимпатичнее и вперед! Эй, кони! Иго-го! Муженек за тобой пришел. Открывай да поскорее. Фу. Братцы, все в порядке. Вот они, все вместе. Уходи, Алеша. Не нужно нам сейчас видеться. Да что они, белины объелись. Хватит шутки шутить, открывайте. Иначе дверь немедля долой. Ну? Обними меня, жена, аль не рада. Алешенька, тут такое случилось, Ильюша. Это чего, хвост? Ага. А он шевелится? А ну, повиляй. Вот здорово. Всё-то у моей красавицы наряды по погоде. Даже хвостик есть. Чего застыла жена? И ты, что ли, похвастайся? Какая я тебе жена? Я и прежде тебе лишь прислугой в доме была. А уж теперь... Настасьюшка. Вот что, уходи отсюда. Пойдем, Добрыня. Пойдем. Пусть она успокоится. Thank you.
ничего, Настасья. Из-за хвоста тревожишься? Брось, подруженька, погляди-ка, мужьям-то нравится. А может, и нам нырнуть? Вдруг помощь потребуется? Не знаю, как вы, а я плавать не умею. Да и вода холодная. А может, там хорошо? Может, нас там покормят? Нет, неудобно как-то. Нужно все-таки помочь богатырям. Горыныч! Горыныч! О, а чего это мои сапоги здесь плавают? Ты только не волнуйся. Что случилось? Помягче, помягче. Нельзя его волновать. Да что такое? Нет, нет, ничего особенного. Киев утонул. Киев утонул. Да. Бу-бу-бу-бум. Потом ду-ду-ду-ду-ду. И вдруг бабах. И все исчезло. Как есть, сквозь землю провалился. Да под какую землю? Под воду. Под воду. Так, это опять он, морской царь. Ну все. Да, с хвостами-то что будем делать? О, братцы! Алешенька! Илья! Добрыня! Княже, а ты-то как здесь? А что на тебе за одежда странная? Ой, да до одежды ли сейчас? У нас, видишь, что Киев залило. Обои во дворце, небось, отклеились. Побелка, купорос. Кто за ремонт заплатит? Ты прости нас, княже, что без спроса отлучились. Я совершенно не сержусь. Пошли скорее. Погоди, княже, а куда пошли? Да как куда? Наказать обидчика. Пусть оплачивает, чего натворил. Так ты, выходит, знаешь, что за злодей Киев под воду спустил? Все мы про него знаем. Вот и именно, что злодей. Так кто это сделал? Царь морской, Добрынюшка. Осерчал на что-то, видать. На что осерчал? Мы клад нашли. Ну и... Клад царя морского? Да. А что? Эх, княже, где этот клад теперь? Так в море его смыло. Считай, что и не брали. Верно? Чуть-чуть только. На ремонт. Да встань ты. Я, товарищи, пока вижу только одну достойную кандидатуру в лидеры нашего профсоюза. И чем быстрее вы меня выберете, тем быстрее мы начнем бороться за наши права. Конь — это звучит гордо. Мы кони, основа прогресса — шахмат. Довольно цивилизации ездить на конях. Пришел наш черед ездить на цивилизации. Иго-го, товарищи! Трехразовое питание, седло с подогревом и сменные подковы, и чтоб подшипники у тачек смазывали. Вот наши требования. Подождите, вы куда? Не нравится подогрев? Хорошо, вычеркнем. Ну как там? Ответил абонент? Да вы не переживайте, у меня тоже не раз такое бывало. А потом она сама перезванивала. Может, это со связью что-то? Мы росли вместе. Вдвоем в одной песочнице играли. Я тогда загадал, что стану его женой. О! Да. Ну как? Ну вот, еще 2 миллиметра ушло. После часа этой дикой гонки? А вот и он. Гораций говорит, что у меня огромный живот, а женщины любят спортивных. Отвечает, так это или нет? Я считаю, что с вашей стороны совершенно глупо не использовать мой огромный опыт в управлении государством. На мне была не только внутренняя политика, но и внешняя. Внешняя, понимаете? А вы что, в каменоломню? А смысл? Я чего-то не понял. Я тебя про живот спрашиваю. Ни словечко больше. Хоть в медные рудники ссылайте, не буду ничего говорить. Хорошо. Чего ты хочешь? $1 миллион мелкими купюрами, вертолет, охрану и... Понял?
А давайте я буду заведовать вашей обороной. У вас же есть военно-промышленный комплекс? Я отвечай мне быстрее про живот. Какой живот? У вас практически нет живота. И к тому же, это все ерунда. Женщины сами любят поесть, только притворяются стройными. Почему же она тогда, не полюбила еще? Потом полюбит. До свадьбы это не обязательно. Как не обязательно? Это на суше может быть не обязательно, а в море никак нельзя без любви. Надо же, какие предрассудки. А мне всегда казалось, что самое важное – это выучить, как зовут, и искренне полюбить ее маму. Государь, клятва жжет мне сердце. Позвольте свернуть ему шею. А я думал, что мы уже можем доверять друг другу. О, вспомнил. Это антинаучно, конечно, но можно применить приворотное средство. А ну-ка, отпусти его. А ведь ты прав. Трава-мурава. Как я об этом не подумал? Трава-мурава, 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 трава-мурава. Она будет моей, она будет моей. Настасья, какое красивое имя. Настасья? Да, мы узнали, как ее зовут. А подружки у нее Аленушка и Любава. Нет, погодите, я, кажется, знаю Настасью. Вам ни в коем случае нельзя на ней жениться. Почему? Она ужасная женщина. Она поет по ночам. О, она еще и поет. Она грязнуля. А, вот я и поймал тебя. Ты совсем ее не знаешь. Посмотри, как здесь стало уютно, как чисто. Это она здесь все прибрала. Даже окна помыла. Ну что, если она замужем? Ай, сделаем ее вдовой. Это вообще не проблема. Проблема в том, что трава-мурава растет только на болоте у Кикиморы, а старая корга тебе ее ни за что не даст. Я совсем забыл про это. Как ее задобрить? Фух, очень хорошо, что не даст. В смысле, может, я могу помочь? В чем там дело? Когда их величество принимает ванну, то избушку Кикиморы затапливает. И теперь она практически живет под водой. Ванну-то мы каждый день принимаем. Все, я больше никогда не буду принимать ванну. Буду пользоваться душем. Поздно. Здравствуй, царь морской. Да кто такие? Как они сюда попали? Ну, с виду вполне приличные люди. Да, мы приличные люди. Спасибо, девушка. Мы не воевать к тебе пришли, царь морской. Возвращаем мы твое золото и о милосердии просим. Верни на сушу Киев и жен наших. Так вы из Киева. Много кто берет мое золото, но еще никто не возвращал. А вы благородно. Вот что. Киев я вам, конечно, верну, но прежде сослужите мне службу, а? Говори, царь, что сделать нужно? Мы провинились перед тобой, и поэтому исполним любую твою просьбу. Хорошо. В мое море впадает озеро. А в озеро ручей. Ручей этот берет начало из поганого болота. Там живет моя тетка, Кикимора болотная. Отправляйтесь туда и добудьте у нее порошка из травы муравы. Запомнили? Только не говорите, что для меня. Поняли? Поняли. Слово твое твердое, царь? Твердое, твердое. Но смотрите, чтобы к утру трава была у меня. Спортивные ребята. Интересно, муж Настасья не из этих ли будет? Очень может быть. Юлий! Юлий! Отправляйся к Настасье и пригласи в дворец. Скажи, сюрприз будет. Юлий! Ку-ку, 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 ку-ку. Юлий! Куда делся-то? Юлий! Смотришь. Слезай.
Князюшка! Князюшка! Так, все, пошли к царю. Князь, батюшка, богатыри же нам велели здесь ожидать. Это я им велел идти, а себе велел ждать тут. А теперь себе велю идти, а им потом повелю, когда встречу. А кроме того, вдруг царь морской золото свое пересчитывать станет. Ну так что ж, мы все по закону. За ущерб с него удержали. За ущерб? А смета где? Тут все от счета зависит. Это верно. Да, а то ремонт, побелка, паркет сдулся. Страшно подумать, во что это встанет. Ты чего звенишь? Аккуратнее нужно. А ну, пройдись. Да кто ж так ходит? Вот так вот пройдись. На цыпочках. Вот, вот. Главное, животом не тряси. Все, пошли к царю. Золото богатыри отдали, а дальше уж мое дело, как переговоры вести. Нет, мы появимся неожиданно и эффектно. Как неотвратимо разящие, беспощадные небесные... Пчелы! Да какие пчелы? Мы психологически сломим его и заставим подчиниться нашей воле. Вперед! Он у нас про счет и про смету забудет! Ну вот, другое дело. Своего. Ну как? Мы же с тобой братья по крови, можно сказать. Ты царь, а я князь. Князь? Конечно. О, брат мой дорогой, так ты прибыл ко мне на свадьбу? Свадьбу? Не, я хотел поговорить про счет. Понимаешь, можно так посчитать, а можно эдак. Мы вон с Антипом иногда... Такого насчитаем, что потом сами диву даемся. Верно, Антик? Да ты, батюшка. Животом не тряси. Смешно. Ну что, договорились? Договорились. Вот, давай-ка, будешь за свата. Его величество приглашает вас... Ой, простите, опознался. Илья запропал. Все подвиги. Жена под водой сидит с хвостом каким-то, а ему дела нет. Семья на последнем месте. Не грустите, девоньки. Ох, и задаст Алеша этому море царю. Мокрое место не останется. Или же только мокрое и останется. Да Илья за меня море перевернет и все ракушки вытряхнет. Мужья у нас, ух! Его величество приглашает вас во дворец. Это еще зачем? Велено молчать, как рыба об лёд. Сюрприз будет. Ноги вернёт! Что? Как? Кто вам сказал? Я же... как рыба об лёд. Не бери в голову. Плыви себе с миром. А что мне передать государю? Вы придёте? Конечно, придём. Ступайте, девоньки. А я тут останусь. Ой, да что ты! Ну, повздорили вы с Добрыней. С кем не бывает. Вот мы с Алёшкой тоже, знаешь как? Один раз, помню, ковёр выбивали. Нет-нет, Настасья, ты сама его к ответу призвала? Сама ответ и получай.
Ау! День добрый, хозяюшка! Никого. Теплая. Видать, вышла куда-то. Небогато живет. Небогато. Ой, братцы, держи. Завалим ведь. Не завалим. Сейчас вот здесь подопрем. Да нет, я имею в виду, задание царя завалим. Вот смотрите, она вернется, увидит разруху эту и расстроится. А может разозлиться, я не знаю. Я бы на ее месте разозлился. А ведь прав Алеша. И не видать нам тогда травы-муравы. Что делать будем? Делать вот что. Давайте-ка быстренько ей все поправим. Пожалуйста. Пользуйся на здоровье. Так это что? Мне, что ли? Тебе, конечно. Глазам своим не верю. 500 лет живу, а мужиков таких не встречала. Ох, повезло кому-то. Признавайтесь, должно быть, жены у вас души не чают, а? С чего ты так решила? Да, милый ты мой, у меня вон, видишь, гвоздь вбить некому. А у вас, небось, и в хозяйстве все ладится. И дома мир и уют. Только у тебя на сердце что-то неспокойное. Ладно, пошли. Чаем вас напою. Так нам бы закончить сперва. Пошли, пошли. Позже закончите. Вы такого чая отродясь не пивали. Братцы, права она. Вернуться я должен. Вот прямо отсюда, как будто назад что-то толкает. Справитесь без меня? Да справимся, конечно. Верно, Илья? Угу. Зря мы богатырей одних отпустили. Да, вдруг им помощь нужна. Зубами попробуй. Отстань, без тебя знаю. Помыть надо. Зачем мыть? Оно и так в воде водится. А я говорю, помыть надо. Ты чего? Мы ж дружить хотели. Многое-многое сделано. Гречу, к примеру, выращиваем. Да все практически сами, все. Вот банан даже удалось получить. Да что ты? Да! Ты похож на этого. Как же? На реформатора. Вот. Это хорошо, конечно, но я бы не советовал увлекаться. Я реформатор? Я обыкновенный тиран. Деспот. Да. Меня знаешь, как все боятся? Что, рука тяжелая? Рука. Да одним моим словом можно гвозди забивать. Все знают, особенно Юлий. А, тот самый, который обороной у тебя заведует? Кто, Юлий? Да он библиотекарь меня. А раньше вообще лошадью работал. Ну, за него ходатайствовали, конечно. Не смог отказать. Ку-ку! В смысле, у меня два высших образования, между прочим. И диплом по фехтованию. Я бы сам где угодно устроился. Такого специалиста, как я, с копытами оторвут. Юлий, ты что там делаешь? Ку-ку! Ай! Хочу назад, в каменоломню! Ну, помилуй, какая каменоломня? На каменоломню завтра. А сейчас прошу к столу. Брунгильда, а ты чего там? Ну-ка, давай тоже за стол. Благодарю. Моя клятва. Идут! Идут! Моя невеста. Чудо как хороша, верно? Я вижу, царь морской, ты решился выполнить обещанное. О, эти ваши намеки такие противоречивые. Согласна ли ты, Настасья, по причине взаимного и неотвратимого влечения стать моей женой? Женой? Добрыня!
Ах, вот оно, в чем дело. Так ты в царице собралась? Вот, значит, что меня сюда толкало. А чем я, по-твоему, не царица? Да ты всем хороша. Только муж у тебя имеется, а ли позабыла? Да где он, муж-то? Одно название. За картошкой и то сходить некому. Я согласен, ты ей не пара. Ну все, тебе конец. Ты нам еще за нее ответишь. Стреляй, я готова умереть за свою любовь. Так это она с ним, что ли, в песочнице сидела? Давай, стреляй, стреляй. Как же здесь стрелять-то? Покарайте их всех! Добрыня! 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 Добрыня, что с тобой? Ой-ой-ой, беда-то какая! Он что, головой ударился? Алёша, вы траву-мураву добыли? Давай, стреляй! Добрыня, послушай меня, Добрыня. Я знаю, ты слышишь меня, чувствуешь мою руку, помнишь мою силу. Бери ее, бери всю и поднимайся. Поднимайся, брат. И мою силу возьми. Живой. Братцы, Настасья. Настасья! Живой! Как же я тебя одну оставлю? Кто за картошкой ходить будет? Илюша! Илюшенька! Я на войне, не видишь, что ли? Там что-то происходит. Да, нужно идти богатырям на помощь. А давайте до стада считаем и пойдем. Брунгильда! Да, мой царь, здесь ты будешь в безопасности. А я должна выполнить свой долг и погибнуть. Нет, не оставляй меня! Но... Приказываю тебе, останься. Я не хочу, чтобы ты погибла. Совет вам! Да любовь! Это антинаучно, конечно.
но работает! Брунгильда! Эдуард! За дверью морской царь прячется! Ну что, пошли должок вернем. 99! 100! Стойте, стойте! Хватит хулиганить! Прошу любить и жаловать. Брунгильда, моя невеста. Thank you.
шевельнется за окошком, но черно. Самый лучший, милый, верный, единственный. Я устала быть одной. Возвращайся, мой герой. Облака, не печалься и замолчи.